И всем привет! Вы на канале Руслан. Сегодня мы играем в игру под названием Geometry Dash. Вот, давайте войдем во вкладку Likes. Здесь будут самые залайканные уровни. Давайте пройдем один из них. Вот, здесь я уже прошел несколько уровней. Давайте попробуем пройти ретрей. Я уже, можно сказать, профессионал. Просто послушайте песню. Так, монеточку забрали. Ой, волна. Я забыл, что здесь волна. Просто давно не играл. Помню, я здесь 100 кликов как-то набил. Многие называют ретрей самым легким уровнем по всей Geometry Dash. Так, ретрей пройден. Давайте попробуем пройти The Nightmare. Кстати, The Nightmare был моим самым первым изи-демоном. Вообще, моим самым первым демоном. Когда я прошел The Nightmare... Но у меня появилась мотивация, ну, продолжать, ну, типа, хочется еще пройти демоны. И потом, сразу же на следующий день, я прошел The Lightning Road. Могу даже доказать это. Эх, блин, смотрите... Сейчас, так, вот где-то здесь он должен быть. Вот, The Lightning Road. Как вы видите, он у меня пройден. Давайте попробуем в него поиграть. Блин, я забыл нажать. Ну ладно, ничего. Давайте попробуем поиграть в уровень под названием Flappy Hexagon. Как, ну, можно сказать, уровень под песню. Это, ну, считай, Flappy Bird. Знаете такую игру? Старая игра такая. Кстати, только сейчас понял, что этот уровень построил в стиле 1.8. Но не факт, конечно. Но может быть так. Так, что же я там хотел? О, вот, Fire Gauntlet. Я прошел Outer Space. Я там что-то вот прям, ну, хотел. Это вспомнить не могу. Давайте поиграем. Я знаю один уровень под названием Каппаклизм. Сейчас. Каппаклизм. Вот Каппаклизм. 56%. О, там хитбоксы пипец. Впервые увидел хитбоксы. Настоящие. Просто я думал, там хитбоксы полные. Я думал, всегда так было. Ну, полные хитбоксы. Блин. Давайте вторую попытку. Давайте цель на это видео. Ну, собрать здесь 60%.
60, запомните. Задача до января пройти по квизу. Давайте так. Извините, что давно не выходили видео. Давайте потренируем пока капоклизм вейв, ну, волну из капоклизм. Это не та волна, конечно, но можно потренировать саму волну. Но, хотя нет, давайте что-нибудь вот капоклизм вейв. Вот. Это, а нет, это не настоящий вейв. Это там другой. Вот, вот это вроде бы. Да. Вот это. Блин. Это, считайте, концовка. Вот, вот это давайте. Для капоклизм, ну, ванну в последнюю из капоклизма уже не один раз проходил, я ее много раз проходил. И то на 100%. Ой, рекордчик. Давно в геометрии даже не играл. Залип я, ну, стендов. Прикиньте, сейчас умер на 97%. Было бы плохо. А, это копия. Угадал, это копия. Вот это. Я этот уровень уже играл. А, это вообще быстрое. Капоклизмер. Вот, вот это давайте попробуем. Это же не то. А, я понял, это просто капоклизм, только весь уровень на полуне. А, усложненная версия волны капоклизма. Опять копии, ну ладно. И в копии можно поиграть. Нет. О, вот капоклизм изи какой-то. Давай, а чё мы только в капоклизм играем? Да, недавно, кстати, вчера, да, это вчера, я выложил 3 видео. Не, или 4, я не помню, вроде бы 3, ну, потому что... Это было... Ну, я не запоминаю, когда я примерно снимаю видео. Давайте поиграем в уровень Electroman Adventures. Ой, блин. У меня залагало в тот момент. Ну, просто залагало... Ой, блин, я забыл прыгнуть, нифига там, секретка, можно сказать. Вы, наверное, спрашиваете, почему я не играю в новый уровень Dash? Как Finger Dash, просто без Finger. Ну, новый уровень, давайте покажу вам его. Вот, Dash.
Вы, наверное, спросите, почему я в него не играю. Но я вам отвечу. Там много багов. Поэтому. Там куча багов. Вот прям как сейчас. У меня эффект... Вот там эффекта не было. Ой, то есть он был... Но я при этом даже не коснулся блока. Ну почему у меня именно в том месте залагало? Почему не в другом? Давайте, вот. Ну, типа в баговый уровень, поэтому я в него не играю. Давайте поиграем в теорию of everything. Это переводится как теория всего. Вроде бы, я уже не помню. Я давно это знал. С момента, когда я это узнал, это, ну, 2 месяца уже прошло. Я это знал уже с ноября. И не спрашивайте, почему мне не открыть дедлок. Ну, потому что, ну, 30 монет, как... Это же сложно собрать. А почему? Как? Вот интересно, всегда хотел посчитать, сколько... вот если вместе все уровни собрать, ну, во всех уровнях собрать 3 монетки, и сколько из этого монеток будет? Ну, итог, интересно. Это еще с учетом вот этих мап-паков. Мап-паки, сейчас покажу, что это такое. Для тех, кто не в курсе. Вот, мап-пакс. Я уже прошел один из них. Мне дали 1 монетку и 2 звездочки. А сколько там мап-паков? 65 мап-паков. Тем более, за некоторые мап-паки дается... Там по 2 монетки. Мне вроде бы кто... О, вот, зачем он паки дает 2 монетки? Так. Так, 6 монеток. Так, стоп. Вы видели? Вот, здесь даже в этом мапаке есть кричендо. Я прошел 2. Давайте поиграем в дейли уровень. Вот в Electrodynamics, ну, музыка. Но это полная версия. Как вам музычка? Ладно, а есть викли уровень? Наверное, многие видели, там Дольфи за 1 попытку прошел викли демон. А викли демон на этот момент был Bloodbath. Многие скажут, что это кликбейт, но я разоблачил его. И это не фейк. Оказывается... О, нифига. Чё за оценка? Ахаха. Пипец. Чё за оценка? Впервые такую вижу. Анода. Мне ключик дали. Давайте откроем. Вот. Хотел себе 1 кораблик. Какой-то шар дали коричневый. Какой-то странный. Интересно, вот что эти шарды дают? Подскажите в комментариях. Что шарды дают? Просто я не знаю. Ну, интересно мне. Подскажите, пожалуйста. Наверное, уже все. Давайте на этом все. Это, ну, можно сказать, на такой прекрасной ноте. Я заканчиваю видеоролик. На этом все. Всем пока. Подписывайтесь и ставьте лайки. И обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а я пошел выкладывать видео.